Итак, здравствуйте. Вы попали на портал «Без невроза ТВ» или «Невроза Мегаполиса». Меня зовут Алексей Красиков. Я психолог-консультант, когнитивно-аналитический психотерапевт. Итак, первый шаг. Если я буду к тебе на «ты», ты можешь тоже ко мне на «ты», я не очень на эту тему заморачиваюсь. Прежде всего, я объясню тебе, куда ты попал, что это за сайт и кто я такой, быстренько, и перейдем к первому шагу. Меня зовут Алексей, я учился в Московском институте психоанализа и с 2007 года являюсь популярным блогером по вопросам вегетососудистой дистонии, панической атаки, тревожно-фобических расстройств и с 2008 года веду частную практику в этой сфере. Основная моя работа, помимо работы с клиентами, помимо работы с группой и преподавательской деятельности, заключается еще в образовании населения относительно неврозов и относительно того, что такое паническая атака, почему она бывает, что такое диагноз вегетососудистой дистонии, откуда он и так далее. Итак, если ты пришел на этот портал, то наверняка тебе интересна тема вегетососудистой дистонии, которую диагноз тебе ставят врачи, при этом не находят никакой органической патологии. Ты испытываешь какие-то страшные приступы, похожие на удушье, похожие на приступы тахикардии, как будто тебе нечем дышать, ты задохнешься, потеряешь сознание, упадешь. Будешь делать какие-то неконтролируемые поступки, какие-то неконтролируемые действия, причинишь кому-то вред, там, сойдешь с ума, или просто умрешь от инфаркта или от инсульта, ты постоянно проверяешь сердце, проверяешь свое давление, проверяешь газ, свет, не можешь далеко уходить, потому что тебе кажется, что там тебе не помогут, ты передвигаешься только с родителями, у тебя навязчивые мысли о том, что вот у тебя есть какое-то заболевание, ты пытаешься провериться в медицинской концепции ничего не находит, говорит, ну, есть какие-то отклонения, точно ничего не говорят, говорит, ВСД, невроз, паническая, прописывает таблетки, ты пьешь таблетки, тебе сначала лучше, потом тебе не лучше, или тебе сначала лучше, потом все опять обостряется, либо тебе становится таблеток только хуже, в общем, никакой болезни нет, а жизнь полная Г. Вот все это так вот я вкратце тебе рассказал, это примерно общие те жалобы, которые описывают наши клиенты при расстройстве невротического характера. Более подробно ты узнаешь совершенно бесплатно на этом портале. Итак, шаг первый. Если у тебя вегетососудистая дистония, нейроциркулярная дистония по смешанному типу, по кардиогенному, кардиологическому типу, по какому-то неврологическому типу, если у тебя панические атаки, если тебе ты не можешь уходить далеко от дома, и ты передвигаешься только с мамой, папой, а тебе уже 40 и так далее, если ты боишься, что ты потеряешь сознание и тому подобное, ты попал туда, куда нужно. Итак, первый шаг. Я записал для тебя многочасовые лекции, которые ты сейчас увидишь внизу на этой странице. Единственное, что от тебя требуется, это просто посадить свою красивую попу возле монитора, взять время и посмотреть первым шагом те лекции, которые выделены на этой странице от начала до конца. Это займет у тебя несколько часов времени. Возможно, тебе придется что-то пересматривать. Но только так, в первый шаг в психотерапии подобных расстройств, которыми страдаешь ты в данном случае, является образование. Мне потребуется несколько часов, чтобы объяснить тебе, что такое паническая атака, вегетососудистая дистония, вегетативные реакции, понос, диарея, за нехватка воздуха, ком в горле, экстрасистолы, сердечные, тахикардия, почему ты все это проверяешь там, и так далее. Мне потребуется время. Дай мне это время, я тебе объясню. Просто посмотри те ролики, которые будут сейчас на этой странице. После того, как ты их посмотришь, мы перейдем с тобой ко второму шагу. Но сначала ты должен получить образование. В любой клинике мира, куда бы ты ни пришел, или к психотерапевту, к психиатру, к психологу, консультанту, социальному работнику, все начинается именно с образования, потому что ты не знаешь, почему у тебя удары в груди, ты не знаешь, почему у тебя тахикардия, ты не понимаешь, почему у тебя все кружится, все у тебя нереально, и что это за приступы смерти, ты уверен в том, что ты умираешь или задыхаешься, и сходишь с ума и так далее. Вот первое – это образование. Я тебе даю бесплатно полностью курс психотерапии первого этапа, за который люди платят 3-5 тысяч в час. Ты это можешь получить, просто просмотрев эти видеолекции. Я желаю тебе удачи. Кликай на второй шаг, и тогда мы уже начнем двигаться дальше. Удачи тебе в просмотре.